вечерочек, ты на канале Gantek Games, где мы с тобой играем в разные игры, и сегодня у нас Find Yourself. Давай проверим, что это за игра. Amico Games Presents. Так, я вроде все настроил. Лагать сильно не должно. А то тут приходится всякие приколы вытворять, чтобы все работало. Так, я сделаю чуточку потише. А то уж слишком громко. Так. Turn flashlight. Кстати, русский язык, видишь, есть. Но почему-то в игре все на английском. Опа! Уехала, видал? Видал? А, вот внизу подсказка. Left shift, run. Мне уже не нравится, что здесь можно так бегать. Так, левый control, crouch. Это вот это. И то, что здесь надо красться, мне тоже очень не нравится. Присесть. О, тут также приближается на E, как в прошлой игре. Домом. О, чё зафризил-то, господи. Давай без приколов. А куда мне? А прыгать я так и не могу. А, вот что-то куда-то сюда. А, штраф за парковку. Левая мышь. И чё? Я не могу ничего взять. А, взял. 5:30 вечера, встреча с психотерапевтом. Я не буду поворачиваться. Даже не предлагайте мне такое. Блядь. Это было громко. Ой, ёпта. Что такое? Сфокусироваться? Так. Основная часть игрового процесса. Вон он. Пробежал. А, я прошел обучение. Получил достижение. А, так, подожди, мне не нравится, что фризит. Так, я вроде все сделал. Опа, ох ты ж ебаться. Как ты напугал. Я не мог повернуться. Или я повернулся сам, я, слушай, я не запомнил. Но он меня что-то напугал чуть-чуточки. Чуть-чуточки всего лишь. Что-то я слышу, но не вижу. Я надеюсь, это задумано разработчиками. Чтобы, да, чтобы понимать, это действительно задумано разработчиками, чтобы сэкономить. Ну зачем вот это все прорисовывать? Я надеюсь, что все вот так и задумано. Черный экран. Вот, что-то остановилось, что-то врезалось как будто. Все, и мы сейчас начнем нормальную игру. Да, все будет так. Я на это очень надеюсь. А, так, такт первый. Монстры среди нас. Темень, конечно. Ой, блин, мне это так... Это... Опа. Может быть, это не ее ребенок? Чей? Ой. Ой-ой-ой. Так, погодь. Никого там нет. Я никого не вижу. Ну так, я так и понимаю, что это тоже будет то же самое, только в поезде теперь. Я не могу туда зайти. А, ну окей, то же самое, только в поезде, тогда пошли. Опа, еще одна коляска. Я вижу коляску. Никто не может успокоить плачущего младенца. Что происходит? Что за странный звук? Пойдем обратно. Тут у нас что-то изменилось? Кто ходит? Что происходит? Да я не могу туда зайти. Даже ручка, смотри, не дергается.
Я вообще ничего не могу сделать. Значит, надо что-то найти. Надо что-то найти и что-то где-то взять. Но я пока ничего не вижу. А, убрался. Коляска, убрался. Что происходит? Там уже никого не видно. Я надеюсь, он не подвисает. И чё? И чё? Ну пошли обратно. Музыка нагнетается. А, ну мы же можем бегать. О-о-о! Все, сейчас пойдет дело. Сейчас пойдет дело. Смотри, бегаю. Смотри, бегаю. Сейчас все пройдем. Сейчас бегаю туда-сюда. Мне кажется, я что-то не то делаю. Абсолютно. Абсолютно что-то не то. О, прикольно. И что теперь? Это что-то где-то лазит. Это что-то куда-то сюда приходит. Ой-ой-ой, тихо. Что происходит? Это что-то должно быть здесь. Нет? Просто он четко шел в ту сторону. Я слышал по... А. Я просто могу включать и выключать. Супер, а идти-то мне куда? Скажите, пожалуйста. О, блядь, крест. Твою мать. Стопец дома, я не ощущал себя в безопасности даже в своей комнате. Ну, началось. Блядь, я-то думал, мы будем ходить все время... Все время по этим... По метро. Я уже был готов к этому. Какие маленькие космонавты. И что мне нужно сделать? Фига у вас большой рост. 1700-1600. Вы гигантские, конечно. Что-то мне взять тут нужно? Ракета? Нет. Порисуем. Нельзя. На тряпке рисовать. Наверное, выйти нам просто нужно, да? Когда темнеет, мама ведет себя странно. Ну давай посмотрим, что она там делает. Мать! Открывай! А, у нас записка. Мама меня наказала и закрыла в комнате. Папа, вернись домой. После того, как ты ушел, мама стала плохо со мной обращаться. Согласен, приятного мало. Дверь открыта. Мать нас ждет. Включила музыку. Ну, мать! Что-то завибрировало. Почему ты вообще ходишь с фонариком? Включи свет. Я свет-то не могу включить, и дверь опять закрылась. Блять, кто это прячется под кроватью? Оу! Воу, я включил свет сразу же, быстро. Ебать! Ой, страшно, блять. Ребята, я, короче, вот кого выбрать? Клоуна? Вот эту мразь? Или крест? Я выберу. Вот этого с молотком. Ух ты ж, блядь. Зря? Зря я его выбрал, да? Не открылась дверь? Не открылась. Воу. А, крест, крест возьми. Конечно, возьми. Почему мы еще думаем над этим? Во! Супер, побежали. Ой, ничего не смотрю никуда. Не открывается. Что за звуки? Кто-то сюда идет, как будто. Ладно. Хер с вами.
Я бегу сюда. Воу. Воу. Блин, кто... Кто где бежит? Это жутко. Хватит. Хватит. Вам меня не напугать. Кстати, вот так вот по метро очень опасно бегать, на самом деле. Что это такое? О! Срочно звоните. Где? Где? Чья-то сумка. Это может быть что угодно. Музыка-то не выключается. Ладно. Короче, опасно так бегать по метро. Особенно, когда оно едет. Как шандарахнешься на пол. Это еще хорошо, когда людей нет. Я там... Вон, кого-то видел. Вон она стоит. О, свет. Спасибо. Стало сразу намного лучше. И видно все. Это... Я застыл, я не могу двигаться. А, вон какая-то херня. Я не могу двигаться. Оу. Ты что там сидишь? Ой. Это я? Все свое детство я провел в одиночестве. Фига ты себя со спины, конечно, узнал. Это прям талант. Я не знаю, как ты мог. Ебать, вот эта херня, которая ползает, она... Тогда меня, эта мать детей этих напугала до усрачки. О, я тебя лучше вижу, парень. Повернись. Я говорю, что это я, но я не верю, что это я. О. Ох ты, твою мать, это было громко, очень. Очень, блядь. Ты охерела? Охерела, спрашиваю? Во, на превьюшку вот так пойдете. Красиво. Акт второй. Не бойся темноты. Я, короче, предлагаю не бояться. И просто пройти все быстро. Как тебе такой вариант? Это ты, сука, засмеялась? Это ты, мразь, засмеялась? Я не понял. Кто... Как будто кто-то висит. Вот веревка, звук веревки. Я вас всех запомню. Я вас всех запомню. Где-то тут звук. Пиздюк прячется под сидушкой. Нужно найти, чем открыть. Ну, наверное, это какой-то ключ, да? Или нет, давай просто пробежим. Я тебе отвечаю. Нет? Так подожди. У меня же есть крест. А где тут инвентарь? Я на кой хер брал крест? Слушай, я не чую инвентаря. Есть только фонарик убрать. Включить. А инвентаря? Нет. Инвентаря нет. Ладно, пойдем. Значит, что-то должно лежать. Все, ищем спокойно. Там пусть что хочет. Висит, не висит. Вообще плевать. Мишку не возьмем. Тут ничего нет. Опа. Чемоданчик. Это что? Вы как-то поменялись? Откуда звук? Я не буду, короче, это переводить. О, смотри. Вот это прям композиция, видишь? Был без головы, остался головой. Я художник вообще внутри. Нужно найти верный ключ. Типа, а где ключ искать? Ключ-то где искать? Вместо головы у кого-то будет ключ? Как же темно. Я как открою, ты как провалишься вниз. Где ключ?
мадама, без головы, подскажи, где ключ? Мне кажется, ли вас больше становится, пока я тут кружусь? Где ключ? А ну ключ дали, быстро мне. Быстро дали ключ. Вот так вот ходишь тоже по магазину, вот поиграешь вот такие игры. Ёбнешься головой, будешь по магазину ходить и шарахаться их. Блядь, они хоть бы приоделись. Вообще двигаетесь, нет? Они как будто не двигаются. Так, что я должен найти? Ключ. А какой ключ? Где я ключ-то возьму? Мне кажется. Или все должно быть очень... очень логично. То есть, ну, чтобы не приходилось вот так заглядываться прям на каждое сиденье. Потому что сейчас это уже... Вот он, ключ. Вот ты прикинь. Я так и думал, что у кого-то в руках. Ой. Я больше не могу ошибаться. Что? Как я должен понять? У них в руках ключи. Где ключ? Где твоя рука? А у меня тут жизни есть. Серьезно? Во-первых, я никак не пойму, они вон все одинаковые ключи. Вы выбрали неверные ключи. Мне дали достижения. Почему-то Steam не хочет их показывать в записи. Так, было очень громкое начало, непонятное какое-то. Я предлагаю тогда сразу начинать искать ключи, а мы их не увидим сразу, да? Так, иди сюда. Так, ключ у тебя уже тут есть? Ключ есть. Все, не мешайте. Так, вот эти неверные ключи. Вот он, ключ. Неверный. Не ври, ты еще можешь раза два ошибиться. Я знаю, что ты можешь раза два ошибиться. У тебя есть ключ? Нет. И руки у тебя нет. И у тебя ключа нет. Да он по-любому вот этого. Он даже вон свечку... Ты давно свечку держишь? Ну ключ правильный вот этот. О, мрази какие-то побежали. Ну я понял, да, что... Все-таки что-то подсвечивалось. Все-таки что-то подсвечивалось. Все-таки там что-то было. Красиво берем. А я должен убегать? Нужно расчистить путь. В смысле, чем? Я жму. Я жму. Бля, какая хуйня идет. Я расчистил путь. А ты, блядь, что, прям страшный такой? Хера ты как этот. Ты тут он хамон какой-то, да? Так, ладно. Что? А, все, успел. Ебать, тебе смешно. Ха-ха, ты без головы. Хули ржешь. Дурная голова. Опа. Так, смотри. На этом, наверное, давай закончим. Тихо, блять. Дайте я закончу. Загрузка была. Сохранение было. Видео будет недолгим. Мне еще придется там разбираться с лагами, которые происходили, потому что настраивал я, чтобы все более-менее хорошо шло. Надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся в следующей серии. Всего доброго.